Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу еще поэкспериментировать. У меня есть вот такая вот баночка от кофе. Она коротенькая, но я хочу из нее сделать вазу, чтобы ваза была длинная, но цветы в нее можно было ставить короткие. Бывают такие розочки коротенькие, и ни в какую вазу их не поставишь толком. Либо какие-то короткие вазы. А это мы сделаем вазу из джута, но она будет длинная, но для коротких цветочков. Вот для этого я взяла от такого карт-нуар, от кофе карт-нуар банку. И сейчас мы ее нашей крышкой удлиним. Теперь возьмем джут. Вот у нас банка вклеилась. Хорошо вклеилась вся. Теперь возьмем джут и начнем обматывать. Теперь просто обматываем по кругу. Если вы хотите фиксировать, то можно фиксировать вот таким клеем титан в каких-то местах. Потому что клеевой пистолет, он неровности дает. Сложное вот это место мы проклеим клеем титан и будем клеить на титан, потому что по-другому не приклеишь здесь. Так проклеиваем очень аккуратненько. Вот смотрите, мы обмотали, у нас получилось так все ровненько. Здесь я не стала перекрывать, потому что стекло, и так все видно хорошо. Да и потом не надо, чтобы с водой джутком тогда контактировал. Вот. Я купила вот такое вот, как тесьму на джуте, кружево. Я взяла его, купила в магазине цветов. Но такие продаются на Алиэкспрессе, я заказала, но еще не получила. Сейчас из этой тесьмы сделаем украшение нашей баночки. Клеить я буду на титан. Хорошо проклеим, ждем, пока высохнет. Можно прификсировать ниточкой, чтобы хорошо приклеилось. Так, прижимаем ниточкой. Нитку потом снимем. Также проклеиваем здесь внизу. Вот я обклеила. Стыков не видно. Здесь у меня стыки, вот здесь. Думала, чем украшать. Можно сделать, украсть цветами из фетра. Ну, либо вот такими какими-то бантиками из этого сделать. Но мне показалось, будет на такой небольшой вазе это громоздко. Я нашла вот такие у меня есть розочки. Купила их на Алиэкспрессе. Ой, купила я их в фикс-прайсе. И думаю, что если я вот так вот сделаю розочки и сердечки, то это будет очень нежно и мило. Их, конечно, надо, несмотря на то, что они самоклеющиеся, их надо приклеивать на клеевой пистолет, иначе держаться они не будут. Вы можете приклеить любые полубусины, то есть что у вас есть, либо сделать такие вот действительно цветочки с фетра. Вот. Ну, вот приклеиваем так, как нам душа подсказывает. Ну вот, мы наклеили наше украшение. Смотрите, какая получилась очаровательная ваза. Высокая ваза для коротких цветочков. Потому что у нас высота нашей, куда мы можем ставить, вот такая где-то. Вот. Воду можно сюда наливать, потому что банка стеклянная. Смотрите, какая замечательная получилась симпатичная вазочка. Я желаю вам творческих успехов. Если вам понравилось, пишите комментарии, пишите отзывы. Я вам всегда очень рада. А теперь пока-пока.